Всем привет, ребята! Мы группа Мэр Букейл из славного города Бьерска. Приехали сюда так далеко, но не в этом суть. Суть в том, что сейчас мы будем играть для вас вторую песню. И мы очень рады сегодня играть на одной сцене с такими легендами, как группа Вейдер, которых вы, несомненно, ждете, ради которых вы пришли. Так вот, если мы... Следующая песня, как вы могли бы подумать, третья. Так вот, третья песня называется «Смылов напалм». «Смылов, мать его, напалм». Мы записали ее не так давно. И она посвящена действиям американских, мать его, узурпаторов, ну или как угодно, во Вьетнаме. Погнали!
говорили, что нужно прибавить, убавить. Снились вокалы, пожалуйста. Сейчас будет адская песня. Адская, потому что, во-первых, в слове, в названии песни есть слово «ад», во-вторых, потому что она адская. Песня называется. Еще злее. И специально для этого у нас есть следующая песня. Специально с русским акцентом про шлюх. Конечно же, про шлюх. Она называется «Чарля». Я не могу, он на меня ругается. Я отойду подальше. «Чарля».
среди вас есть много девушек. Лучший подарок для девушки – это эрекция! Сет-лист кончился. Спасибо! И мы зовем прекрасную группу Nameless, которая будет играть после нас, а после нее знаменитая на весь мир величайшая группа